Сейчас, подожди, дай-ка попробую сниму, что он там снимает. Команды Warriors. Андрей, очень приятно. У меня такой вопрос к тебе. Давай перенесемся на 5 лет назад. Вашему клубу вчера исполнилось 5 лет. Я вас поздравляю. Желаю долголетия, побольше кубков, побед, радости в целом, поменьше там. Самое главное, да, драматизм. Давай перенесемся на 5 лет назад. Как появилась идея создать клуб? Рубинную команду болельщиков ЦСКА. Честно говоря, как я назад, я не думал о том, что это будет как-нибудь вообще ничего. В один прекрасный день я Хорошо, переходим на еще один год вперед. Команде исполняется, да, первый год. И появляется Кубок славянского единства. Да, как турнир, опять же, как вы пришли к тому, чтобы попробовать организовать такой турнир, который уже, да, которому 4 года в этом году? Честно говоря, первый год мы ни к чему не приворачивали, просто решили провести турнир на основном. Сейчас день, когда проходит футбольный матч. Что сейчас в футболе Фокс подпится, есть по полю в хайп? Ну да. Сейчас, сейчас мимо проходить будем. Сыграли, всем понравилось, все сказали классно, давайте еще. И вот уже на следующий год мы решили проводить. Собрался все, что? Да, он, наверное, недолго будет. Ну, надеюсь, это не... Я в Инстаграм могу полностью вот это связать. У меня же новый там это. Больше команд, возможно, это... Да погнали, чуть-чуть снял. Да подожди ты. Почему бы и нет? 6 лет это уже как-то не так. Вот 5, это 5, 10, это вот 5. Раньше был, насколько я читал, был Рубин, ЦСКА, да? Но сейчас команда называется Warrior. То есть остался также Рубин, ЦСКА, или просто переименование, ну, ваше желание? Либо, ну, чтобы играть в названии ЦСКА, нужно, ну, как понял, разрешение от большого ЦСКА, да, там, соответственно, раньше у нас было соглашение в ЦСКА, понял? Ну, интересно рассказывать. По понятным причинам Варус там непосредственно. Из этого вытекающий вопрос. Вы недавно играли товарищеский матч против другой рубинной команды, которая называется Армейцы. Сколько вообще существует клубов, фанатов, болельщиков ЦСКА в мире, наверное, так правильно, в Москве? Либо, может быть, еще и в Москве вот команда. Две команды есть, вторая как раз. Лицензия. В каком турнире вы принимаете? У них лицензия позволяет. В многих турнирах, да, принимаете. Давай сойдемся на самый верх. А,
Кубок Сверхи, самый основной чемпионат, это чемпионат города Москвы по регби. По регби, да. Ну, соответственно, вот, в этом году, к сожалению, Москвы не проводит чемпионат Москвы по регби 7. Части, наш Кубок Сверхи, замена для игроков. В интернете я натыкался на фотографии, где вы проводите свои матчи, у вас есть сектор поддержки в виде фанатов. В Москве еще есть такие команды в чемпионате Москвы по регби 15, которые также есть такие фанаты, которые приходят поддерживать команды. Ну, конечно, есть. В основном это те клубы, которые основали среди фанатов, которые имеют какие-то параллельные сообщества. Да, это вот Динамо, Локомотив, Победа, Спартак. Все так более В процентном соотношении, если взять ваш состав команды, сколько людей активные фанаты, которые ездят на футбол, на выезда? Ну, на данный момент где-то 50%. Изначально было, конечно. Я просто увидел в вашем составе парня, с которым мы играли в КВН, там в разных командах мы играли, и я думал, как он попал в регби в Италии. Да, все верно. Так, и сейчас я чуть еще хотел спросить, только я забыл, сейчас я посмотрю. Я абсолютный профан в регби, да, я пару раз смотрел по телевизору, поэтому не очень знаком с правилами. Скажи, чем отличается регби 15 от регби 7, кроме количества человек, которые играют на поле? Ну, это временной интервал разный, да, в регби 15 играют 2 так, в регби 7 2 так, по 7. Несмотря на это, люди больше. Конечно, народу, да. После турнира что-нибудь ожидается? Ну, конечно. А в Кубате какой-то? Ну, в регби это называется третий там. Третий там. Отлично. Хороших вам результатов в данном турнире. Надеюсь, вы выиграете как хозяева, возможно. Ну, либо... Какие цели вы вообще ставите? Ну, конечно, хочется выиграть, потому что турнир уже четвертый, но нам ни разу еще не думаем, ребята сегодня настроены, конечно, выиграть. К пятилетию это будет хороший подарок, хороший подарок самим себе и, в принципе, от других команд тоже. Спасибо тебе большое за ответы и удачи на поле. Спасибо.